Режим повышенной готовности продлили до 1 августа в Магаданской области. Изменения в указ внес губернатор Сергей Носов. По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, за первые два дня июля на Колыме зарегистрировали более 80 новых случаев COVID-19. Всего в регионе переболело 876 человек. Четверо скончались. С 1 июля реанимационное отделение Магаданской областной больницы временно закрыли на карантин. По словам специалистов, это мера предосторожности. У одного из врачей положительный тест на COVID-19.